Дорогие земляки, уважаемые соотечественники, 70 лет тому назад, в этот ранний декабрьский день, началась самая трагическая страница в истории нашего многострадального народа. Не в боях, не от смертельных ран. За долгие 13 лет мы потеряли треть нашего населения. 70 лет тому назад операция «Улусы» вывезла из пределов республики, только из пределов республики, свыше 90 тысяч наших соотечественников. Всего же за годы репрессий было выселено свыше 120 тысяч человек. Долгие годы страданий, долгие годы лишений мы пронесли с верой в то, что мы сохраним свою национальную самоидентичность, национальное достоинство, что мы останемся жить как народ. Великое слово спасибо и огромное чувство благодарности тем, кто помог